стоят почему-то на одном месте. Сейчас попробую подойти. Опасно, но надо глянуть. По голосам вроде небольшие собачки. Ё-моё, их тут много. Тявкает, на поле выскочили. Смотрите. Они байбака завалили. Ё-моё. Давно я такой жести не видел. Я имею в виду, что столько собак бродячих. Сурок уже закоченевший. Охренеть. Вот это они тут шмон наведут. По голосам их штуки 4 здесь. Матерь Божья. Причем крупного сурка поймали. Хитрые твари. Вроде никого больше нету. Я стал подходить, и они все толпой убежали либо за зверем, либо просто от меня. голосам слышно, что собаки небольшие. Я без оружия, вот только опенок с собой. Все, вышел я на поле, сюда собаки убежали. Тут я слышал их голоса, куда-то они ломанули. Фух, ну это собаки, я не знаю. Штуки 4. Даже я такой стаи сейчас я не видел, чтобы в деревне ходила. Место дикое. Я не знаю даже. С деревни могли сюда. Ну могли, конечно, но я просто не видел такую стаю, чтобы ходила. Если бы деревенские, они же должны возвращаться. А эти вон в ночь в лесу сидят, пируют, завалили сурка. Это как минимум. И вот я слышал, как они в лесу тявкали. То ли они сурка этого делили, то ли, может быть, кого-то еще прихватили, держали. Тут, может быть, какой барсук, лиса. Кого они еще могли? Косуля, может быть, могли зажать, наверное. Сейчас эти... начнут телиться косули. Могли зажать, да и сожрать могут, бляха-муха. Телят пожрут к чертовой матери. Банда профессионалов, потому что, видите, сурок лежит. Это надо уметь поймать его. Это охотники. Это уже дикие ребята. Твою мать, вот так не ожидал я их тут услышать, если честно. Снимаю дикую природу, дичь. И тут слышу лай, блин. Это так громко. Я сначала думаю, что за хрень? Неужели из деревни так слышно? Когда прислушался, думал, что делать? То ли домой за ружьем. Ну а что я сделаю? Сейчас темнеет. Я их и не увижу. По голосу услышал, что небольшие собачки. Думаю, подойду, посмотрю. Вот с собой только нож, а пинель на всякий случай. Но собаки хитрожопые, только увидели свет, хруст услышали. Сначала тявкали, потом рванули. Да, печально, печально. Эта банда наведет здесь шороху. Много бед причинит. Поэтому я завтра же ими займусь. Ну а сейчас домой. Всем пока, до новых встреч.